Пантенол. Инструкция по медицинскому применению. Активное вещество декспантенол. Лекарственная форма. Аэрозоль, крем, гель, мазь. Фармакотерапевтическая группа. Препарат, улучшающий регенерацию тканей. Фармакологическое действие. Пантенол – это провитамин В5, предшественник витамина. Это еще не витамин, но легко может им стать, и происходит это под воздействием окислительных процессов в организме. В результате образуется витамин В5. Витамин В5 имеет огромное значение для кожи и волос, ускоряет регенерацию, то есть восстановление, сохраняет и повышает упругость тканей, разглаживает морщины, немного подтягивает кожу. Показания к применению. Нарушение целостности кожных покровов, заживление ожогов, в том числе солнечных, мелкие повреждения кожи, в том числе ссадины, порезы, трещины, профилактика и лечение сухости кожи, в том числе и как следствие дерматитов различного генеза. А также ежедневный уход за участками кожных покровов, подверженных наибольшему воздействию внешних факторов – лицо, руки, уход за молочными железами в период лактации, трещины и покраснения молочной железы, уход за грудными детьми и младенцами, опрелость, пеленочный дерматит. Режим дозирования. Применяют наружно на пораженную поверхность кожи или с целью ухода и слегка втирают. Частота применения зависит от показаний. Аналоги. Бепантен, депантенол, декспантенол, пантадерм, рекреол. Цена. Средняя стоимость препарата пантенол спрей 130 граммов составляет 550 рублей. Пантенол крем 50 граммов 170 рублей. Пантенол гель 150 граммов 110 рублей. Пантенол мазь 25 граммов 70 рублей. Также важно отметить, что пантенол уже долгое время используется в косметологии в качестве восстанавливающего средства после фотоэпиляции, пилинга, татуажа, для омоложения кожи лица, разглаживания морщин, для улучшения состояния и роста волос, устранения сухости кожи головы. Спасибо за просмотр и будьте здоровы!